загруженная на территории города. Не знаю, как эта улица называется. С левой стороны завод безалкогольных напитков. Его объезжаем, этот завод безалкогольных напитков, по кругу. Чтобы было понятно, это сейчас вот первая передача, поделенная пополам, половинку. Дорога, это, судя по тому, что записано в свидетельстве регистрации, магистральный тягач. Получается, мы это по магистрали сейчас идем. Украинская магистраль в городе Херсоне. 17-я какая-то восточная улица или что-то такое. Так что вот так вот выглядят херсонские магистрали. Специально разработанные для французских магистральных тягачей. Так, это мы аж на второй поехали. Теперь надо уже первую включать, поделенную пополам.
Как вам херсонские магистрали? Как вам херсонские магистрали? Там, блядь, есть все время правее, еще раз правее. А потом, когда увидишь перекопанную дорогу, повернешь налево, и будет указатель. То есть раз направо, через 150 метров еще раз направо, потом прямо, упираясь в дорогу и налево поворачиваешь с левой стороны, увидишь. Магистраль где отличная, да? Там дорогу делают, да? Да. Это не дорога, бля, это даже ужасом назвать такое нельзя. Вот реально машина для этих дорог. Чувак, не спущаешь. Едем. Короче, все машины из Таежного Союза сюда подходят. Производство, я имею в виду, Таежного Союза. Еще не конец, кстати. Третью прямую включили. У нас чуть-чуть больше 10 километров. С такой скоростью метров 50 не больше проедем. И опять у нас первая. Поделено. Монстр дорог, точнее херсонских магистралей.
надежда на дорогу. Так, сейчас вот подведу иду, значит, проехал 54,6. Короче, без 200 метров сейчас 2 километра, а едем, было 35, сейчас 50, 20 минут. 20, получается, 2 километра сейчас вот до знака будет, ровно 20 минут. Заняла магистраль. Покорили.